for two. I'll wait for you the whole night through for you. Lily Marlin, for you, Lily Marlin. Bugler tonight, don't play the call to us. I want another evening with a chance. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me. В сентябре 37 года в Венеции встретились двое. Сын переплетчика и дочь полицейского. Бывший солдат и статистка третьесортных фильмов. Претендент на Нобелевскую премию и звезда мирового кинематографа. Писатель и актриса. В память о матери он присоединил ее имя к своему. Она сложила свое имя из двух, данных ей при рождении. Эрих Мария Ремарк, Марлен Дитрих. Один из его многочисленных романов не начинался так унизительно откровенно. Через несколько часов после знакомства он признался ей: «Я импотент», словно чувствовал, что эта любовь изнасилует его душу. Хотел оттолкнуть, потому что сам уйти уже не мог. Через 3 месяца Ремарк писал своей возлюбленной Марлен. «Любимая, я погиб из-за тебя. Я исчерпал себя. Мои руки – это твои руки. Мой лоб – это твой лоб. И все мои мысли пропитаны королевским цветом золотого шафрана. Больше не выдержать. Сердце сердца моего, беспокойное счастье, сплетение лиан, крики из жарких лихорадочных ночей. Разве я когда-нибудь испытывал это? Нежность? Разве я жил до тебя? Я чистый лист, который начинается с тебя, о предназначенная». Город масок собрал на своих берегах знаменитостей со всего мира. Они съехались на Венецианский кинофестиваль. Например, та пара за столиком в кафе. Высоколобый, плотный мужчина, режиссер Джозеф фон Штерберг. Рядом с ним дама, его галатея-любовница, актриса Марлен Дитрих. Ее заинтересовал незнакомец. Воплощение элегантной мужественности. Он почему-то пил кофе один. Мужчина поймал ее взгляд и подошел к их столику. Он был знаком с режиссером и учтиво поклонился даме. Эрих Мария Ремарк. Дитрих потом напишет: «Я чуть не упала со стула». Обменялись невинными репликами. «Вы слишком молоды для автора величайшей книги нашего времени», — сказала Марлен. «Я написал бы ее лишь для того, чтобы услышать, как вы произносите эти слова своим завораживающим голосом», — ответил Ремарк. Щелкнула золотая зажигалка, Марлен закурила и пригласила его в свой номер. Ее спутник предусмотрительно ретировался. Мария Рива, дочь Дитрих, вспоминала: «Мать любила рассказывать о первой встрече с этим очаровательным, сложным, склонным к депрессиям человеком. Как она обхватила своими бледными пальцами его бронзовые от загара руки и втянула дым».
Марлен Дитрих уже несколько лет снималась в Америке, но мода на нее стала проходить, и фильмы с ней не собирали былой аудитории. Но интересное дело. Когда Марлен появлялась на публике, мир вокруг замирал. Вдруг воцарялась полная тишина, разговоры утихали, люди расступались. Она внушала трепет затаенного дыхания, писала о ней дочь. Королева мира, как окрестила Дитрих пресса, ходила без охраны. Первое время Ремарк боялся, что толпа разорвет Марлен. Но она махнула рукой: «Не волнуйся, они никогда не подходят близко». Ремарк подошел слишком близко. Признание далось Ремарку тяжело. Сойти с ума от любви и сходу расписаться в мужской несостоятельности – это невыносимая пытка для амбициозного мужчины. Несколько лет назад он купил баронский титул за 500 марок и заказал визитные карточки с короной. Хотел побороть пролетарские комплексы. И вот сейчас сидел у ног королевы, ожидая приговора. Реакция Марлен его озадачила. Она обрадовалась. «Ой, это чудесно! Значит, мы можем просто разговаривать, спать, любить друг друга, и все будет так мило и уютно». Они проговорили до рассвета. Мария Рева рассказывала: «Я часто воображала реакцию Ремарка на неподдельный восторг матери. Она не любила заниматься этим». В 19-летнем возрасте Марлен изнасиловал учитель игры на скрипке. Она запомнила красный плюшевый диван в классной комнате и пыхтящее существо, которое лишило ее невинности, не снимая брюк. Случившееся что-то убило в ней. Замужество также не разбудило чувственности. В 22 года она стала фрау Зибер и в тот же год родила дочь. С тех пор муж, английский лорд Рудольф Зибер, перешел в разряд верных друзей и до конца жизни оставался супругом лишь формально, так хотела Марлен. Спустя много лет она поучала повзрослевшую дочь. Мужчины всегда хотят одного. Это главное, что им надо и ради чего они распускают павлиньи перья и исполняют соловьиные трели. Но ведь перья и трели стоят этой возни. Больше всего я люблю импотентов. Влюбленный Ремарк был подарком для Марлен. На момент встречи с Дитрихом ему исполнилось 39 лет. Мужчина в самом расцвете сил. Его роман «На Западном фронте без перемен» переиздавался по всему миру, был экранизирован и удостоен премии «Оскар». Публика обожала Ремарка. Писатель, вояка, повеса и денди в одном флаконе. Друзья называли его Бонни по имени фольклорного персонажа, который сыпал непристойностями. Любимое словечко Ремарка «задница» идеально соответствовало его самоощущению. Богатый, знаменитый Ремарк спивался. Несколько лет назад от него неожиданно ушла любимая жена Эльза Юта Цамбон. Все называли ее Жанна. Попросила развода, взяв всю вину на себя. Мол, полюбила другого. Следом выдохлись отношения с берлинской актрисой Рут Альбу. Почему женщины предпочитали оставаться друзьями с неотразимым Ремарком? Об этом знал только его любимый напиток «Кальвадос», а теперь и Марлен Дитрих. Душевный разлад был не единственной причиной подавленности Ремарка. Мир рушился не только внутри, но и снаружи. Нацисты сожгли все его книги, лишили гражданства. Большую часть времени Ремарк проводил в своем имении Порто-Ронко в Швейцарии. Избранный или изгнанный? Как ни странно, Марлен отлично его понимала. Она тоже ненавидела фашизм всем сердцем, как ненавидела все уродливое. Она тоже осталась без родины.
Время от времени к ней приезжали нацистские парламентеры, уговаривали стать символом новой Германии, но дочь прусского офицера отвечала неизменным отказом. Тогда Гитлер запретил все ее фильмы. Саму Марлен уничтожить не посмел, боготворил. Известно, что фюрер ежедневно смотрел ее первый фильм «Голубой ангел». В этом фильме Марлен сыграла певичку в кабаре. Героиня фильма «Лола Лола» репетирует песню. Переход от безразличия к кокетству, от кокетства к гневу мгновенный. Обаяние и искренность Марлен завораживают. По сюжету профессор гимназии приходит в кабак искать своих учеников. I must ask you to stop entertaining the boys of my class. Sure, I have nothing else to do. В гримерке выговаривает Лоли Лоли, которая без смущения переодевается при солидном господине. Возвращайте моих учеников. Но это вы загнули. Вы думаете, здесь магазин детских игрушек? Профессор влюбляется в Лолу, женится на ней. Вскоре теряет работу и становится членом актерской труппы, клоуном при Лоле. Не выдержав, устраивает бунт и сбегает. Лола поет ему вслед гимн их любви. Профессор пробирается в свою гимназию, падает на кафедру и умирает. Ремарк коллекционировал изображения ангелов. Он считал, что они защитят его от бед. И Марлен тоже казалась ему небесным созданием, божественно прекрасная и, как выяснилось при личном знакомстве, всемогущая. За 3 упоительных месяца вдвоем от мужского бессилия Ремарка не осталось и следа. Пусть мир идет к черту. Марлен исцелила его тело, но она исцелит и его душу. Вот что утверждала Марлен Дитрих. «Неизбежное принимай с достоинством. Подчиняйся логике. Ложись спать до полуночи. Небрежность, опрометчивость, безрассудство исключены. Счастье всегда приходит к усердным». Обстоятельства потребовали отъезда Дитрих в США. Голливуд вновь хотел снимать «Королеву». Марлен считала своим долгом обеспечивать семью. Ремарк жил только письмами, писал ежедневно, бросил пить и считал дни до встречи. Из письма Ремарка Марлен в США. «Но теперь-то я ни в коем разе не импотент. Не близится ли потихонечку время в очередной раз убедиться, что есть мед в постели? Я верен тебе всецело. Это ужасно, но дается мне, кстати, без малейшего труда. Милая, дарованная Богом, я думаю, нас подарили друг другу в самое подходящее время. Мы до боли заждались друг друга». Любопытная деталь. Через месяц после отъезда Марлен Ремарк женился. Он повторно оформил брак с бывшей женой. Это был благородный жест. Ремарк хотел помочь Жанне выбраться из нацистской Германии в Швейцарию. Ну, потом они вместе получили панамские паспорта, а после войны – американское гражданство. Ремарк содержал и оплачивал ее капризы до 1957 года, когда был официально оформлен развод. Ради чего такие жертвы? Мало кто знает, что Жанна была похожа на Марлен. Маленькая, худенькая, болела туберкулезом, со светлыми, широко расставленными глазами. Она и характером, королевскими замашками, запросами походила на Дитрих. Рут Мартен, близкая подруга Ремарка, рассказывала, что Жанна отличалась необычайной красотой и чем-то напоминала Марлен Дитрих. Она говорила о Бонне с большой симпатией.
Позже я слышала, что после развода он посылал ей цветы, хотя она обобрала его почти до нитки. Однако и это типично для него. Когда он жил в скромной квартирке за $125, Жанна жила в гостинице «Пьер» и платила за номер $400, благодаря его финансовой поддержке. Они встретились через 5 месяцев. Май искупал их в белой сирене, хризантемах и шампанском Дон Периньон. Ремарк называл Марлен золотой пумой, она его Равиком. Так звали главного героя книги «Триумфальная арка». Ремарк начал новый роман о любви его и Марлен. Он еще не знал, куда заведет его сюжет. Красавица, возбуждающая и пропащая, с высоко поднятыми бровями и лицом, тайна которого состояла в его открытости. Оно ничего не скрывало и тем самым ничего не выдавало. Оно не обещало ничего и тем самым все. В то лето он написал у себя в дневнике: «Полная сладкая жизнь и немного страха, что это ненадолго». В то лето Ремарк стал частью семьи Марлен. Для этого достаточно было оставаться ее постоянным любовником, и ты автоматически попадал в свиту королевы. В свиту входили муж Марлен мистер Зибер, дочь Мария, любовница мужа Тамара Матул, балерина из русской труппы, режиссер фон Штернберг и теперь Ремарк. Семья отдыхала на модном курорте Антип на юге Франции в фешенебельном отеле. Номера Марлен и Ремарка располагались напротив. Каждое утро Марлен в халате цвета фламинго спускалась на пляж розовым облаком и грелась в лучах всеобщего обожания. Марлен Дитрих вспоминала: «Тут были и отдых, и беззаботность. Никаких тревог, никаких сложностей. Только сгорать на солнце, кататься на моторной лодке и под парусом. Мы наслаждались в этой гавани спокойствия». Ремарк не подписался бы ни под одну из этих строчек. Он запирался у себя в номере и работал над романом. Только так он мог избежать навязчивого внимания репортеров, скучных вечеринок и, главное, бессовестного флирта Марлен. Именно флирта. Он запрещал себе думать о большем. За Ремарка думал Равик в «Триумфальной арке». У него было такое ощущение, будто чья-то сильная рука сдавила ему сердце. Он знал, что ее упоение страстью – это упоение самой собой, хмельной дурман, яркая вспышка, дань минуте, не больше. Даже дочь Марлен замечала, что их сосед по отдыху, посол США в Англии, красавчик Кеннеди, слишком часто задерживался в кабинке для переодевания с матерью, а потом к берегу причалила роскошная трехмачтовая яхта миллионерши-лесбиянки из Канады Джо Карстерс. А потом Марлен писала: «К счастью, в моей семье не было ревности. Я никогда никому не ревновала. Я даже не знаю, что это такое». Точный диагноз Марлен поставит один из ее любовников, английский драматург Кеннет Тейнен. Он напишет: «В ней был секс, но не было пола». А Дитрих любила повторять: «Любовь первая – из радости любить, а не только из радости обладания любящим сердцем. Любовь вторая – влюбленный говорит: я хочу, чтобы ты была счастлива, но только со мной. Любовь третья – позволь ему уйти, если он тебя больше не любит. Позволь ей уйти, если она тебя больше не любит. Любовь четвертая. Прежде чем влюбиться, научись ходить по снегу, не оставляя следов. Турецкая поговорка. Что за наглядный и понятный образ?» Однажды в номер Ремарка постучал Штернберг. Он принес с собой бутылку кальвадоса. Рут Мартон вспоминала, что для всех окружающих Ремарк, Марлен и фон Штернберг были неразлучными друзьями,
Однако совершенно очевидно, что фон Штернберг поделился с Ремарком своим печальным опытом с Марлен. Бонни рассказывал мне, что бедный Ио вытерпел за время своей связи с Марлен. Очевидно, это было намеком на то, что он, Бонни, не единственная жертва. Марлен обожала спасать. Все равно кого. Во время путешествия по Австрии даже пришлось принимать роды у коровы. Ну, что-то пошло не так. Корова мычала от боли, фермер запаниковал, семья Дитрих застыла в немой сцене, и только Марлен не растерялась. Она кинулась к вещам, принесла бутылочку своего крема для лица от Элизабет Арден и вылила его корове под хвост. А потом велела принести чистые скатерти и вместе с фермером вытянула теленка. Ремарк, услышав эту историю, умилился, но так ничего и не понял. Марлен была обычной женщиной, но он предпочитал видеть в ней только королеву со своими причудами. От обычной женщины он ушел бы легко, а от королевы не мог. Марлен возвращалась с вечеринок глубокой ночью, заходила к Ремарку. Он устраивал ей сцены ревности. Она медленно разворачивалась и шла собирать чемоданы. Ремарк кидался ей в ноги. «Не уходи». Но иногда Марлен не заставала его в номере. Это означало, что Ремарк гоняет по побережью на своей машине или напивается где-нибудь в баре. Она звонила мужу. «Мы опять поссорились, его нужно найти». Господин Зибер заводил машину и вдвоем с супругой отправлялся на поиски. Из дневника Ремарка. «Я все больше склоняюсь к мысли уехать отсюда в Порто-Ронко. Вечера безысходности и одиночества, когда я буду проклинать себя за то, что уехал. Я делаюсь ранимее, я совершаю поступки нелепые и глупые. Я должен быть один. Ночь, восторг, а вообще-то, похоже, все идет к концу». Мир тоже подходил к концу. Все понимали, что война уже близко. Марлен настояла, чтобы Ремарк перебрался вместе с ней в Соединенные Штаты. Она отправилась в Голливуд, он в Порто-Ронко упаковывать коллекцию картин для вывоза из страны. В письмах Ремарка и Марлен появился новый персонаж – мальчик Альфред. Ремарк интуитивно угадал, его ветреная возлюбленная не умеет любить, но она умеет жалеть. Помочь больному, нуждающемуся Марлен первая. И Ремарк выпрашивал ее внимание. Из письма Ремарка Альфреда. «Любимая тетушка Лена, я не могу оставить дядюшку Равика в полном одиночестве. Он, правда, говорит, что совсем не грустит, но я знаю, когда с ним это, когда он сидит тихий. Тетушка Лена, я думаю, ему тебя не хватает. Приезжай к нам, или нам к тебе приехать». I love you. Распечатанные письма валялись на столе, рояли в диванных подушках. В кресле сидел 30-летний красавчик Дуглас Фэрбанкс-младший, любовник Дитрих. Он слушал Марлен, прикрыв лицо ладонью. Слушать ее было невыносимо. Марлен, приняв красивую позу, низким голосом читала очередное письмо от Ремарка. Но разве столь прекрасные чувства и строки можно прятать от публики? Она читала их всем. Из письма Ремарка. «Дал за трещину типу, который сказал, будто ты читала ему мои письма». В 1939 году Дитрих получил американское гражданство. Ремарк прибыл в США вместе с ее семьей. Он надеялся разделить с Марлен не только праздники, но и будни. Но она сняла ему соседнее бунгало и стала еще дальше, чем в Париже. В Голливуде полным ходом шли съемки фильма «Декстер снова на коне». «All I do is dine with them and split a pint of wine with them.
respectable as can be. Yet here's what they say to me. Картина прославилась сценой драки, в которой Дитрих метелила партнершу по фильму «Без поддавков». А избитым чувствовал себя Ремарк. В фильме также снимался актер Джеймс Стюарт, новое увлечение Марлен. Она подкупила ближайшее окружение Стюарда, чтобы знать, где он будет вечером, и шла туда в сопровождении Ремарка. Рут Мартон вспоминала, что Бонни вполне сознавал свое унижение, но лелеял сокровенную надежду, что Марлен наконец оценит всю меру его любви, образумится и снова полюбит его за эту жертву. Он рискнул, предпринял последнюю, как ему казалось, попытку удержать ее. Ремарк сделал Марлен предложение. Он, который говорил, жениться надо за 5 минут до смерти, чтобы не оказаться в одиночестве перед ее лицом. Марлен перестала грызть ореховые печенья и призналась, что недавно сделала аборт от Джеймса Стюарта. Ремарку хватило духу уехать из бунгало в домик под Лос-Анджелесом. Уехал, не попрощавшись, словно оставлял себе шанс вернуться. Побросал вещи нераспакованными. Стену украшал только пейзаж Ван Гога. Залил тоску вином и затопил Марлен новыми письмами. «Посмотри на Равика, исцарапанного и обласканного, зацелованного и оплеванного». Иногда они встречались. Марлен клялась, что любит его, как умеет, ну, точнее, позволяет себя любить. И ему снова казалось, что счастье возможно. Вскоре правительство США в связи с военным положением запретило иммигрантам из Германии выходить из дома с 6 вечера до 6 утра. Мировая слава Ремарка не давала ему никаких льгот. Он не боялся одиночества, но ненавидел пить один. Вернее, просыпаться. Рут Мартон вспоминает, что после каждого возлияния его охватывал кошмарный страх проснуться утром в полном одиночестве. Он принялся звонить мне практически каждое утро на рассвете и просить, чтобы я приехала к нему, чтобы, проснувшись, он первым делом увидел меня. Однажды Рут позвонила экономка Роза. Она работала у Ремарка уже много лет, ненавидела Марлен, но никогда не позволяла себе такой вольности звонить подругам хозяина. Голос женщины был полон отчаяния. Вчера вечером она была здесь, она готовила. Кухня после этого похожа на поле битвы. Но что эта женщина сделала с ним? Он ходит по дому, словно не в себе, не говорит, не ест. Приезжайте, ну, пожалуйста. Следом позвонила Ремарк и огорошила Рут возмущенным вопросом. Что ты думаешь о женщине, которая готовит для мужчины, но отказывается с ним спать? В конце жизни Ремарк все-таки обратился к психоаналитику, чтобы понять причину психологической зависимости от Марлен. Врач выудил на свет Божий детскую обиду на мать, которая забросила Эриха и уделяла все свое внимание больному брату. Ремарк чувствовал себя плохим, недостойным любви. Весной 41-го года Ремарк написал Марлен прощальное письмо. «Благодарю тебя. То, что ты ушла, как нам с Альфредом было это не понять. Ведь мы никогда не могли понять вполне, как ты среди нас очутилась. И не будем друзьями, чтобы безнадежно растоптать 3 года быстрой огненной жизни и фатаморгану воспоминаний». Поводом, побудившим писателя предпринять решительные действия, стала связь Марлен с французским актером Жаном Габеном.
Он получил даром все, чего безнадежно добивался Ремарк. Это был серьезный удар по самолюбию. Дитрих и Габен поселились вместе. Однажды Ремарк навестил их любовное гнездышко, когда хозяина не было дома, и застал Марлен с половой тряпкой в руках. Она любила заниматься домашней работой. «Домохозяйка», — написал он в дневнике презрительно. Марлен терпела от нового возлюбленного даже побои. Габен нашел у нее письма любовников и устроил ей сцену гнева. Она пожаловалась на тяжелый характер Габена не кому-нибудь, а Ремарку. Тот попросил вернуть его часть писем. Марлен выслала толстенькую пачку. Ремарк расчувствовался от воспоминаний и возвратил их обратно Марлен. Когда Габен ушел на фронт, она помчалась за ним следом. Нашла в Алжире в танковых частях. Еще целый год работала с актерской труппой в зонах военных действий, в госпиталях по всей Европе. Боль, кровь, грязь, вши. Она исполняла перед солдатами знаменитую песенку Лили Марлен, и они плакали. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Ремарк тоже рвался на фронт, но ему отказали. Рут Мартон говорила, что раны, полученные им во время Первой мировой войны, по-видимому, произвели негативное впечатление на членов военно-медицинской комиссии. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. После войны Габен женился, но не на Марлен. К Ремарку полетело длинное растерянное письмо. У меня никого больше нет. Я больше не знаю покоя. Я пишу тебе без всякого повода. Не сердись на меня. Твоя растерзанная Пума. Не знаю, как к тебе обращаться. Равик теперь общее достояние. Я пишу тебе, потому что у меня вдруг острый приступ тоски. Но не такой, какой она у меня обычно бывает. Может быть, мне не хватает бутербродов с ливерной колбасой, утешения обиженных, душевных бутербродов с ливерной. Париж в сером тумане. Я едва различаю Елисейские поля. Я в растерянности. Я опустошена. Впереди нет цели. Незачем больше бегать за продуктами и за летчиками, летающими в Берлин. Мне незачем больше заботиться о моей матери, чтобы прокормить ее зимой. Не знаю, куда девать себя. Ремарк уже давно встречался с другими женщинами, а рана по имени Марлен все не затягивалась. В конце 48-го он лег в Нью-Йоркскую больницу. Из-за редкой патологии у него было нарушено равновесие. Его мучила депрессия. Марлен тут как тут. Ремарк опять жертва, которую нужно срочно спасать. Она мчится к нему с хозяйственными сумками, полными домашней еды, которую готовит лично. Пишет заботливые записочки. Любовь моя, вот говядина без единой жиринки в собственном соку. Мясо можешь съесть или выбросить. Главное – соус. Соус дивный. Будь благословенна, возлюбленная жизни и всех умений. Но от депрессии Ремарка спасла другая женщина. Актриса Палет Годар, бывшая жена Чаплина. В этой паре Ремарк позволял себя любить. В начале 50-х в Париже он сообщил Марлен о своем намерении жениться на Палет.
и вместо поздравления услышал возмущенный поток голливудских сплетен. Если Марлен все-таки испытала укол ревности, то было уже поздно. Ремарк записал в дневнике. «Только сейчас избавился от наваждения по имени Марлен Дитрих. Прекрасной легенды больше нет. Все кончено. Старая, потерянная. Какие ужасные слова». Последние годы жизни Ремарк посвятил себя писательской работе и заботам Полет. Переписка и звонки Марлен еще изредка нарушали его покой, но уже как эхо. Он тихо умер в швейцарской больнице 25 сентября 70 года от сердечного приступа в возрасте 72 лет. Марлен прислала на его похороны розы. Полет запретила класть их на гроб. Марлен пережила Ремарка на 22 года. Половина из них прошли в круговерти актерских и любовных побед. Потом она ушла из кино, пела, объездила с концертами весь мир. Была и в Советском Союзе в 64 году. «Я думаю, у меня русская душа. Я с легкостью отдаю то, что кому-то очень нужно». А потом было 12 лет одиночества. В парижском особняке, не выходя из дома. Она с удовольствием говорила по телефону с Рейганом, Горбачевым. Сильные меры сего были у ее ног, пусть больных, но по-прежнему прекрасных. 4 мая 92 года у нее случился инсульт, а 6 мая великая Марлен сама ушла из жизни, приняв большую дозу снотворного. Ей был 91 год. Марлен сама сочинила сценарий своих похорон. «Когда я умру, тем, кто спал со мной, дайте красные гвоздики. Тем, кто только говорил, что спал, дайте белые гвоздики. Жан Габен молча склонит голову к парапету, не выпуская из зубов сигарету «Глуаз». Стюарт будет суетиться и приставать ко всем с вопросом, кого же все-таки хоронит. Хемингуэй принесет уши только что убитого буйвола». По ее сценарию Ремарк должен был опоздать на похороны и разразиться бранью. Но кто знает, может быть, он произнес бы слова, которые написал когда-то Марлен. «Очень любимая, давай никогда не умирать». Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone?